Книга «Открытым оком», том 3, тема «Церковь», вопрос 939. Для того, чтобы спасти душу, разве обязательно надо быть членом церкви? А если я просто посещаю церковь, верую, молюсь, но не член церкви, какова моя участь в таком случае будет? Вот сейчас меня... Сейчас рулетки, вот слово так говорит человек. Почему? Потому что их заставляет говорить один и тот же дух. Этот человек говорит в Саудовской Аравии, а говорит вот все точно так же. Поехали. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Человек, который находится в лоне церкви, такой вопрос никогда не поставит, потому что он... на корабле. Бог установил такой порядок, а вы говорите, а если я не подчинюсь ему, то какова моя участь? Вы противник Богу. В еврейском языке слово «противник» означает «сатана». Противитесь Божьему установлению и сами на себя навлекаете скорую погибель. Первое послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. «Ныне, радуясь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Любой орган тела, глаз, ухо, нос, решил бы выполнять свои функции, но вне тела. Для чего тогда он нужен и кому? Книга Деяний, 2 глава, 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Зачем их прилагать к церкви, если бы они были спасены вне церкви? Где вы будете причащаться, креститься и принимать прочие таинства? Таинство. А они только в церкви. Книга Сирахова, 24 глава, 2 стих. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и перед воинством его будет прославлять себя. Сирахов 44, 14. Народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу. В неканонических книгах встречаются только эти два места со словом «церковь». Книга пророка Захарии, 11 глава, 13 стих. «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». В Ветхом Завете встречается только один раз, но с прямой увязкой к новозаветным событиям. И 109 раз в Новом Завете слово «церковь» означает «собрание». Псалом 21, 23 стих. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Церковь – это не только здание, но главным образом спасенные души, породненные через жертву Иисуса Христа. Христос всех нас называет виноградными кистями, а себя виноградной лозой. Если вы не будете в церкви, вы будете как засохшая ветвь, приготовленная к сожжению. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих.
Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Христос основал свою церковь, и вы в ней не хотите быть? Христос дает устав, регламентирующий внутренний порядок в церкви. Вы против? Вы просто сами по себе, без Христа? Книга Деяний, 4 глава, 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Екклесиаста, 4 глава, 10 стих. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Книга Деяний, 20 глава, 28 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Послание к римлянам, 16 глава, 16 стих. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Вы не получаете ни приветствия, ни благословения от апостолов вне церкви. Вы все еще милуетесь своей свободой. 1 Коринфянам 4 глава 17 стих. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. 1 Коринфянам 14 глава 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. 1 Коринфянам 16 глава 1 стих. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. 2 Коринфянам 8:24. Итак, пред лицем церкви дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. 2 Коринфянам 11 глава 28 стих. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Послание Ефесянам, 5 глава, 23 стих. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Послание Ефесянам, 5 глава, с 24 по 25 стихи, 27, 29 и 32 стихи. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Книга Откровений, 1 глава, 20 стих. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия.
семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей.